сегодня православные празднуют Вознесение Господне. Это одно из главных событий Нового Завета. По преданию, воскреснув из мертвых, Иисус Христос еще 40 дней являлся своим ученикам, беседовал с ними и только потом вознесся. Праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. Это праздник, который дает нам предпосылку о ожидании Стога Духа. В течение 40 дней радовались, праздновали Пасху Господню, потому что знали, что Господь всегда был с нами. Сегодня Он вознесся к Своему Небесному Отцу. И этот день называется церковной надеждой. День Вознесения Господня, день ожидания Святого Духа. И что Господь нам пошлет Святого Духа в день Святой Пятидесятницы на Святую Троицу. На Вознесение вместо «Христос воскресе» говорят «Христос вознесе», как и на Пасху пекут куличи и красят яйца. Праздник символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа. По народным приметам, с этого дня весна окончательно вступает в место лету.